Так, вот, мы дошли. Бизнес-зал. А, только для персонала. Бизнес-зал Санкт-Петербург. Вот, Санкт-Петербург. Вот, я говорил, что надо подниматься на лифте. Лен! Потеряли Лену. На лифте подниматься. Ну да. Юра, давайте выбирайте, где мы сядем. Ну, достаточно большой, кстати. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, здесь как-то закрыто все, Юр. Так. Сейчас мы с вами посмотрим ассортимент. Сначала мы сделаем следующее движение. Сначала нам нужно найти место, где мы будем отдыхать. Вот такие места вакантные все уже заняты. Так, очень много, такой достаточно большой, напитки. Не, Санкт-Петербург хочу внушительных размеров. Юр, ты как полосатый идешь, тигр около меня. Так, где? Чтобы далеко не уходить. Ну, пойдем. Мне всегда нравится, что в каждом. Юр, там одно место настроя. А, давай. Икра уцененная. 24 900. А сетра стоила 27 600. А вот такую маленькую баночку 125 грамм можно купить за 12 600. Красная икра 990. 4 600. Так. Ну, Юра предлагает остановиться здесь. Видите, он создает уют, молодец, ухаживает за девочками. Все правильно. Да, понравился. Вот сюда мы сейчас освободили место. Здесь как раз табло. Да, табло, чтоб Лена. Лена, смотри, Бангкок. 21:30. 30. Вот, смотри, следи. 20-е, D20. Ожидание посадки. Найдешь. Так, ладно. Пойдемте посмотрим. Очень-очень большой зал. Наконец-то мы, как сказать, укомплектовались. И для начала зайдем помыть руки. Очень нравится, что такие индивидуальные кабины. Так, тут даже стоят компьютеры. Также табло висит. Так. И вуман. Все аккуратно, презентабельно, чистенько. Это я, привет. Смотрите, здесь можно, тоже такая уютная, кстати, атмосфера, телевизор и кресло. Смотрите, спокойненько. Лен, смотри, какая здесь тоже уютная атмосфера. Вот, смотри, кресло, ну только я просто телевизор. Сесть-то, наверное, нельзя. Да не, мы там нормально сядем. Пойдем, положим. Так. И с самого начала посмотрим. Можно около, кстати, посидеть вот здесь, возле окошка. Везде есть зарядка для телефона, для ноутбука. И вот так вот любоваться. Кофе, чай, все входит уже бесплатно. Газета. Юра обычно берет газету в полет читать, но никогда не читает. Так, здесь пепси, соки, уже пить хочу, не могу. Так, Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, я вот взял два фужерчика вина. Себе? Полского. Ну, там вот сколько в руках было. Молодец. Ну, там хочу сказать, что крепкий алкоголь там за деньги. За деньги. Да. А где? А есть шампанское там? Шампанское есть, да. Это где, в самом начале? Вот там, где мы ходили, там шампанское есть. Да. Хорошо, ладно. Так, Лена говорит, знаток, я знаю. Здесь можно взять вермут. Белый, красный. Вот шампанское, Лена. Вино игристое, сухое. Как мы с тобой любим. Давай сразу вот эту бутылочку возьмем. И вот здесь вот вино белое сухое, белое полусладкое, красное сухое, красное полусладкое. Так что, а все остальное вот это дорогое, все за денежки. Ну, достаточно такой выбор богатый, да? Отнеси, пожалуйста, мое шампанское, я сейчас покушаю. Или ты будешь... Я сейчас хочу еще заплатить. А, хорошо.
Ну, смотрите, давайте вместе с вами посмотрим. Салатик сладенький, огурчики, капустка. Здесь с кукурузой, масло можно взять. Колбаса, смотрите, видов. Вот такая колбаса, это ветчина, сырок, блинчики с начинкой. Блинчики с мясом, кстати. О, смотрите, и здесь можно. Юру специально сегодня не кормила много. Суп овощной, щи со свежими томатами. И что здесь? Суп харчо. Так, суп харчо. Плов с курицей Юра положил себе. И дай посмотрю, что здесь. И тефтельки. И здесь открою вегетарианское меню. Картошечка и капусточка. Вообще прекрасный ассортимент. Ну, наверное, я тоже себе сейчас что-то положу покушать. Я уже тут такой большой зал, что я уже заблудилась, где мы. Здесь надо взять вилочку, ножик. А ты супчик будешь, нет? Да. И супчик, и ложечку. Ты себе сам возьмешь инструменты? Так. И здесь сладкое меню. Значит, булочки. Соечки, круассанчики, печенюшки, маффин. Так вот. И здесь давайте посмотрим. Сок апельсиновый, сок томатный, сок мультик, морсик, сок яблочный, компот. Еще немножко вернусь к сладостям, потому что девушка стояла, неудобно было. Ну, вот такие сладости можете перекусить. Пирожные, пирожная картошечка, сухое, халва. В общем, ну такой ассортимент я вам показываю. Еще раз скажу, что это терминал D. Ну и водичка, пепси, все. Так, я хочу вам сказать, что это терминал D. Мы пришли сюда к Лене из терминала F. В каждом терминале есть несколько таких бизнес-залов. Вот, ну в данный момент я вам показываю зал, который называется Санкт-Петербург. Он относительно новый. Видите, и здесь можно взять слоечки, налить аквы, круассанчики, в общем, кружечки, в общем, все, что душе угодно, можно взять. Так, и идем дальше. Кофе, американо, экспрессо, в общем, горячая, холодная вода. И здесь должно быть где-то еще массажное кресло. Вот, видите, каждый уединился, кто где хочет. Лена, самое главное для нее, это, что было табло. Ну, ничего, что теперь. Вот такой вот у нас столик перед отлетом. Неудобно, еще есть такая детская комнатка, где можно оставить ребятишек, чтобы они поиграли. В общем, хочу сказать, что советую. Советую этот бизнес-зал. Юрик. Юра, ты не догадался Лене взять ложечку, вилочку? Не догадался? Только себе Лена не взяла. Пойду возьму. И что-то уже положу себе покушать. Ой, грилья 600 рублей. Все хочется вам показать. Вот все, понимаете? Кедровый. А это конфетки что-то такие? Наверное. Ну да, друзья. Мы, в общем, сказать, аппетит нагуляли. Нагуляли. Нам 9 часов лететь. 9 часов лететь. Такие сэндвичи взяла. Юра на весь стол мне нравится. Вообще расположился. Юра, ну не ставь сюда. Иди тут. Где Юра на весь стол расположился? Ну он убирает уже. А это твое? Юра, убирает меня все. У меня вот моя порция. А то подумаешь, что все мое. Ты такие просто порции такие мизерные, меня. Нормально. Столики маленькие. Миниатюрные. Юрочка, солнышко, перекусил ты немножко? Ну, я готовился долго. Юра говорит, я смеюсь над ним. Юра, вот мужики, они вообще другие, как женщины. Да, Юра, вот все, у него быстро все, вот бегом. Я хочу снять Лена Duty Free. Да. Юра шагает километром, я за ним бегу. Заодно пытаюсь снять сколько... Ну, и мне, допустим, вот говорят, пишут, тут Митакса, как ты считаешь, литр 16 евро, ведь это недорого. Ну, может, недорого, я просто не пью Митаксу, поэтому мне как-то... Ну, Юра-то он с собой взял, подготовился. Очень наблюдать интересно нам будет. За тобой будут люди наблюдать, и мы с Юрой. Видишь, как вот, одной бы тебе было скучно, все равно одна... Нет, я бы одна не полетела, зачем? Да нет, не в этом дело. Даже вот сидеть здесь, вот, допустим, приходит... Не, ну ты бы сейчас прямую трансляцию бы делала.
Нет, но все равно, когда человек один сидит, а когда мы как вихрь, да, принеслись. Конечно, когда у тебя компания большая, то это большая. Хочешь туда пересесть? Ну, я просто думаю, мне кажется, там удобно. Ну, иди смотри, ходи. Хочешь, переходи туда, вещи перекладывай. Юрочка, ну, почему ты, что ты ждешь от отпуска? Почем ты так соскучился? Я? Да. Слушайте, там есть твои кресла, пойдемте пересядем. Да нет, ну, вещи пусть... Нет, давай, ну, хочешь, застолби, хочешь, застолби их, мы просто... Да, мы пока покушаем. Ну, делай, иди, да. А мы пока посидим. Чего вот так галопом, все, бегом, бегом. Надо уже остановку делать. Юра, хороший, зачетный, да, Санкт-Петербург, бизнес-зал? Нормально. Мне понравился. Ну, мы другого, сейчас, мы же не можем сразу. А мы хотели сначала, куда мы зайти сначала хотели, в какой? Галерея. Галерея, но не зашли, не судьба. Лена работает официантом на полставке. Я в галерею заходила, и там народу было немного, не осталось. Ну, ничего. Лететь тебе, мягкой-мягкой посадки, конечно, одному скучно лететь. Сейчас бы мы еще втроем бы ржали, сидели бы. Я тоже. И Юра, да. Втроем бы сейчас смеялись, но так быстро время пролетело, да. Но мы сейчас полчаса сидим, мы уже тоже пойдем, потому что нам переход большой. Мы специально сюда бежали. Не, ну зал понравился, зал зачетный. Нет, зал хороший, но просто переход нам туда скакать. Так, 21:30 посадка. Нау боринг. Идет посадка, ё-моё. Нау, сейчас. Посадка. А там еще по-китайски написано, кстати. Ладно, Леночек, да. Все. Ладно, все, всем пока. Увидимся в Паттайе. Юра вспомнил, что нужно почитать. Ребята, вообще моментально пронеслось сейчас. Елена уже побежала, представляете, на посадку. Юра, оставь пресс, ты все равно ее читать не будешь. Все, решили еще попить кофе, оторваться с пирожными. Юра, ты можешь мне тоже принести кофе? Ты какой себе? Мне тоже латте. Я латте сейчас. И мне тоже латте, ладно? Гулять так гулять. 30 минут, и мы уже полетели. Да. Быстро. 30 минут? Ну, почти час, но пока добежим, лед даже есть. Мне очень-очень комфортно. Юрочка налил нам кофе. Юра, никогда еще у нас в аэропорту время не летело с такой скоростью, мне кажется, как сегодня. То ли мы поздно приехали, то ли все это очень быстро. Мы, наверное, может быть, долго этот бизнес-зал искали. Тоже, да, потеряли полчаса где-то, пока ходили. Ну все, Ленок пошла в самолет, сейчас нам позвонит. А я посмотрела все-таки схему самолета, летим мы аэробусом. И все-таки то ли шоколадка повлияла, то ли так совпало. С Юрчиком мы сидим. А и Ц, это, кажется, рядом места, вдвоем. И в зале. Я около окошка. Кажется, сзади, да? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Ну что, ребятушки, Лена уже в самолете сидит. Очень быстро прилетело время. Мы с Юрой даже не успели опомниться. Все, бегом-бегом, и все. Лена уже на посадке. Чуть не опоздала. Чуть не опоздала. Вот. И у нас осталось буквально час. Да, час? Да меньше сейчас. Да. Просто нам придется с терминала D идти в терминал F, поэтому... Да, поэтому мы сейчас тоже уже готовимся на посадку в самолет. Покажем вам самолет. Если успеем, даже в Инстаграм выложим. А если не успеем, то уже ждите нас завтра. Так что, таки, как тебе понравился этот бизнес-зал? Средний. Средний. Юра говорит, что это за бизнес-зал, если громко не объявляют номер рейса? Да, что такое, что Лена чуть не опоздала. Как так может быть? Ну да. Но вообще настроение очень классное. Вообще такое в предвкушении поездки. У тебя как? Буднично, как-то уже седьмой раз мы летим, поэтому это превращается как-то... То есть, Юра, ты хочешь сказать, что на следующий год уже можно не лететь? Ну как, ну посмотрим. Посмотрим. Загадывать не будем. Юра не загадывает, а мне все нравится. Yeah. Я и опять у нас сейчас обратный путь, такой 30-минутный, ну или 20-минутный. И мы идем обратно в свой терминал F. Пошли. Опять мы с Юрой идем мимо, как называется, Юра, вот это вот... Капсулы, капсульный отель, 1 час стоит 500 рублей. Я считаю, что, ну как, 500 рублей час недорого, да? Нет, подожди, человеку нужно провести 3 часа, то 1500 уже дорого, да? Нет, это все равно 500 рублей час, это дорого. Где там наши Ленуськи Аэрофлот? Где наши маленькие? Вон он, наверное, стоит. Какие огромные Боинги. Друзья наши, мы двигаемся по абсолютно пустым переходам. Я говорю, Юра, куда все делись? В магазинах сидят, скучают продавцы, и вокруг полная тишина. Представляешь? И одни мы идем. И тут уже
Думаешь, не заблудился ли ты в пространстве? Шутка. Так. Так, мы дальше идем F. Это трансфер F. Туда-туда. Рассказывать про ребят, которых он встретил. Ну, они были где-то 2,20-2,30 метров роста такие. Ну, просто вообще такие громадные. Вот мы и еще парочка. Смотри, Юр, впереди. И больше никого. В общем, засекаю время, за 15 минут дошли с терминала D до F. 500 рублей стоит капсульный отель. 500 рублей в час. Еще раз хочу вам показать. Видите, можно на первом этаже, там уже кто-то отдыхает. И можно вот на втором этаже. Подушка, наушники, телевизор, зеркало. И тут 500. Ну да, 500 рублей. То есть, если можно захотеть, то можно найти дешевле. Но мы еще с Юрой видели за 350. А мы так будем искать за 300. Но нам не нужно, на самом деле. Но так как мы нам пришли нужно очень за рано... 300, я прошу найти за 300. Лена нас напугала, говорит, надо быстрее бежать. Она чуть не опоздала, поэтому мы тоже очень быстро прибежали. Но у нас есть уникальная возможность. Пойдемте посмотрим ассортимент. Пойдем за 300 найдем. Duty free. Юра, что? Неужели ты не наотдыхался? Я хочу за 300 найти. У Юры, понимаете, сам процесс. Ему не нужен ни капсульный отель, и вообще ничего. Кстати, Юра, шампанское. Асти Мартини. Красное вино. 150 грамм. 460 рублей. Так. Очень, скажем так, оживленный терминал D. И очень спокойный. Очень мало людей в терминале F. Нет, мне кажется, просто уже народ весь зашел, и как-то все распределились. Когда мы только зашли сюда, здесь тоже же бурлила жизнь. Ну что, пойдем посмотрим? Ну ты слушай, ты хочешь парфюм посмотреть? Нет, я парфюм не очень хочу. Давай что-нибудь интересное. Парфюм, он... Ты же любишь парфюм. Ну, я люблю парфюм. Я недавно делала уборку, скажем так, на полочке. И я обнаружила духи, купленные 10 лет, 15 лет назад, которые абсолютно не использованы. Поэтому там и Сен Лоран, и Жаде, и Шанель номер 5. Поэтому вот все у меня... Ты вот так нельзя относиться. Так нельзя, да. А ты вот так вот все это пустила... На самотек, да. И вот что мы получили. Смотри, просроченный парфюм. Да, смотри, везде. И мне нравится то, что... Китайские шары, Юр. Кстати, ну да, кстати, у нас на работе тоже висят китайские шары. Ну, больше по фэншую. Но плохо, что у нас китайцев нету клиентов, поэтому были бы китайцы. Они бы оценили. Да, они бы только ходили, но у нас... Смотрите, все пусто, я поражаюсь, все абсолютно. Так, цены вам на воду показывали, да? 150 рублей. Бонаква. Покажи цены на матрешку. Зачем? Матрешки. Может быть, кому-то матрешки. Нет, боржоми, баночка. 160 рублей. Ну, пойдем вот сюда. Вот, я думаю, это интересный будет магазин. Называется Duty Free Moscow. И мы с тобой уже пойдем посмотрим. Матрешки. 72 евро, 70, 77. Красивый, конечно. 100 евро. 84. 73. Ну, для иностранцев. Что такое для иностранцев 100 евро? Легко. Такие «Красная Москва», помните? 6 евро. Национальные, видите, тарелочки с Москвой. 20 евро. Маленькая. 13. 10. Хохлома, смотрите. 28. Шкатулки такие, смотрите. 116 евро. И, конечно же, висят такие красивые платочки. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Не написано, сколько стоят. Платок шелк 100%. 74 евро стоят такие платочки. И давайте посмотрим ликеры. Очень мне нравится Шериданс. Вот этот ликерчик. Очень приятный. 28 евро. Но Бейлис для фигуры уже непозволительно. Когда-то его любила. 19,6. Красивый Ягермастер и с какими-то конфетками. 37,8 евро. А это вот смотрите. Комплект «Игрушечное Рождество». 70 евро. Духи Versace 86 евро.
90 миллилитров, 50 миллилитров, 65. Раньше всегда себе покупала вот такой набор, 50 евро. Видите, сколько? 5, как сказать, запахов, вкусов, или как правильно сказать. Здорово. Очень нравятся такие маленькие пробнички. Ну вот, друзья, выход на посадку. 50-й. Юра, наверное, уже в очереди стоит. Итак, друзья, волнительный момент. Идет посадка в самолет. Идем мы с Юрочком по рукаву. Довольные, счастливые. Занимать места согласно купленным билетам 28 АИЦ. И сейчас мы с вами покажем, как мы будем лететь в самолете.